Бля, почти год записываю Far Cry 3, а последний запуск пишется 22 года. Пиздец. Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил, вы на канале Фунзей. Что ж, продолжим-ка играть в Far Cry 3. И да, необычное, однако, у меня было вступление. Вот эти вот пару секунд. Ну реально, странно, у меня реальная игра куплена в Ubisoft. И почему-то ее тупо не видит. Я там захожу куда-нибудь, в магазин какой-нибудь, где-то вот, магазин был вроде, товаров конкретно из Ubisoft, или каких-то прикольчиков, и у меня нет подключения к сети. Чё за дичь? И последний запуск пишется в 22-м году, хотя он заходил в 24-м, там в 23-м, ну ладно. Пойду, короче, на задание. Здорово, Сэм. Все необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Поезжай к нефтехранилищу! Не особо понял прикол про дядю Сэма. И да, если кто заметил, если вдруг у вас уверой моей программы для записи был, то я заскринил всякий случай. Мало ли потом буду использовать это как как для превьюшки. Блять, надо мне какое-то оружие получше, чем мой пулеметик найти. Как ты так быстро сдох? Ты чё, угораешь, Сэм? Даже я не умер, блять. Ладно, я просто бессмертный, я это Джейсон просто имбуля. Это просто этот монстр ебаный. Он и тебя в попку и выебет, и еще кого-нибудь. Вообще всех нахуй на этой планете существующих людей. И не только людей. Так, разъебем? Блять, не разъебем. Все, пизда, давай я заново начну, блять. Опять миссию заново, давай. Я просто думал, что забор сейчас выбью смачно так, эффектно. А, даже с касценой заново. Мне так давно хотелось. Что у тебя с носом? Чего у тебя нос краснеет? Ты что, ебанулся? В Америке. Сэм. Ты больной, блядь, у тебя грипп, ты гриппом заболел. Был морским котиком. Почему он весь в тени стоит, а конкретно нос у него вот выделяется еще. В волосах у него на бороде какой-то свет появляется, блядь. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Сука, в чем прикол, блядь, этого дяди Сэма? Это, наверное, шутка чисто для как раз там американцев. Поезжай к нефтехранилищу. Я встану за пулемет. Типа как локальный прикол у них, наверное. Мэм. Блицкриг! Вам нахуй. Так, давай Сэму куда-нибудь заведу, вот сюда, чтобы по нему не шмаляли особо. А то Сэм-то этот, блядь, очень смертный, в отличие от Джейсона. Ебать, как удобно. Я не вижу, блядь, где он там. На тебе, нахуй. Кто здесь еще бегает? Все. Я засаживаю. И минку, блядь. Бля. У меня 18 секунд, дай мне съебаться, ты сейчас вместе со мной взорвешься. Инвалид. Не дахнешь меня. А Сэм кайфует, блядь, стоит просто, стену палит. Интересная стена, да? Красивая. Наконец-то, после стольких лет, я все же отнесу их в чистку. Под кого, блядь? Что ты там отнесешь, нахуй, свои портки? Да угомонись, подожди, сейчас я еще патрончик возьму. Вот эти патрончики еще у того, блядь, огромного жирного лежат. Ты, во, спасибо. Давайте, себе еще много бабок обычно сыпет, ну. 50, более-менее. Ладно, все, погнали, давай.
Все, я сажусь. Бать, я быстро передвигаюсь. Кстати, не зря, походу, вышки эти подключал. Кстати, а может я... А ее уже включили, я могу ее вырубить? Или как? Ладно, насрать. Не зря я вышки подключал. Теперь тут все отслеживается, вся зона видна. Это не бесполезно. Блядь. Сука, а еще у меня эта чувствительность на мышке гигантская какая-то, блядь. Ебучая новая мышка. Как неудобно с ней. Я еще не привык ни хрена к ней стрелять. Какой-то там... Наконец-то, после стольких лет. В каком-то там видео по Хитману вроде, вот я говорил уже про это. Иди, уничтожь. Сука, я только что завалил всех, когда заезжал на прошлую бензоколоночку. Бензососку. А вот сейчас заспаунился и все живы вокруг. Какую гранату лови? Давай, я тебе тоже могу закинуть гранату, охуел. Держи, блядь. Даже еще вот еще одну, нахуй, сразу две. Вам. Минус. Блять, у меня дверь открылась. Ебучий ветерок, нахуй. Блять. Че, я попробую как-нибудь чем-то подзакрыть. Чтоб не открывалась дверь. У меня там просто еще в соседней комнате шум есть. Это проблемно, если открываться будет. Блядь. Я не вижу, блядь, толком, куда даже стреляю. Блядь, это этот... Опять этот жирненький. Блядь. Ой, ебать, я косой. Да... Чего? Я ж не лопал. Что это было, нахуй? Чё за дичь? Кто, блядь, где ты? Ах ты, сука, заныкался. Ебать, взорвался. Так, ладно, похуй. Давай с тебя патрончик, опять же, поимею. 40 патрончиков. Ну, 40 это ладно. Гранату еще получил. Ладно, так, походу, заход сверху. Да. Еще патроны. Так, давай. Все, засаживаю. Мину. Сундучок заберу. Контейнер. Я убивал парней, покруче тебя. Кого ты покруче убивал, блядь? Я вас убил. Кого? Кто круче, нахуй, чем тот, кто убил вас? Что ты несешь, долбоебик? Все, сломал. Не знаю, поможет она мне или нет. Блядь, Сэму хп много сносит. Это мне не нравится. Вам? Ебать ты... Опять Сэм сдох. Ебать, он там горит. Ебать, он застрял в машине. Ебать, ему хуёво было. Все, я пошел Сэма. Ебать, седой. Я чуть седых вот не видел, да. Они тупые вообще, нахуй. Сами в зале взорвали, нахуй. А, ну у меня все-таки в итоге контейнер-то будет не собран. Обидно. Это лучший день в моей жизни. Ну ладно. Приготовь следующий. Сэм Брекера восстанавливать хп. Здесь слишком много. Хотя бы что-то. Да и похуй. Ты шо, Джейсон, ты же имба, имбуля, забыл? Блять, точно двоечка. Кто там, блядь, ползает? Откуда? Ты как там заспаунился вообще? Охуел? У меня опять три хилки, хотя я уже миллиард их раз использовал. Ты мразь, а если попадешь в машину, ему все, пизда моменталочкой будет. Когда веселишься, время бежит. Понимаю, да, согласен. Еще один. Я что это за... Почему так странно нарисовали вот это стекло?
И куда ты шмаляешь, инвалид? Даже после второго лучше из ракеты стреляли. Я порежу тебя! Все. Опа, тут кто-то меня ждет. А, я понял, кто. Зато у меня член, блядь, больше. Блять, я не вижу ее головку. Разглядел и убил сразу. Так, все, давай. Все, я поставил. Блять, теперь сверху надо защищать мне. О, тут ракетница. Че, ты почему подлетаешь нахуй? Что у них с машинами нахуй такое происходит? Бля, давай отъезжай нахуй отсюда. Просто насрать, мы уезжаем нахуй. Готово! Когда веселишься, время бежит. Нахуй ты повторяешь одни и те же фразы. Еще ты один. Умный. А еще один остался. А, 4 основных. Теперь подвести к... Блядь, опять у меня дверь открылась. Ебаный ветерок. Блядь. Все, я, короче... У меня на двери такие резиночки есть, как для закрытия, когда ветерок идет. Я ее вот натянул, у меня ведь узел такой есть на резиночке. Я, короче, в обратную сторону, у меня она к моей стороне двери стояла раньше, узел. А сейчас я в ту. А у меня открывается на, как раз в мою сторону. И по сути, когда будет открываться, эти резиночки должны не давать. Или они наоборот, в моей стороне не должны давать. Хотя не, вот в той. Но в любом случае, я туда натяну. Если поможет, то прекрасно. А если нет, то, блядь, грустно. Ебать, что нахуй за силуэтик такой? Занимай пулемет! Я иду в него. Меня в ФПС спросил. Какой пулемет? А, на машине? Ну я лучше тебя отыграю с пулеметом. Хотя не, у меня это с вышкой проблемы. Так что не факт, что лучше. Ну, вроде лучше получается. О, ебать, взрыв лютый. Блять, тут так много всякого экшена, что у меня шкупы спадают. Кстати, а что они так легко падают? По-моему, люди вас, они посильнее были. По ощущениям. Или пулемет, наоборот, слабее будет тогда. Хотя, знаешь, я помню, когда купил там малейшее какое-то более-менее оружие, там тоже они падали такими пачками. Пистолет. Я поведу. Просто из воздуха появился. Сейчас рванет. Капец, чё это так дёргается? Может, ты нормально вести будешь? Меня дёргает, ебать. Убей их! Кого я убью? Вот этих? Всё, убил. Убей их! Кого? Я всех, кого вижу, вроде разъёбываю. Так, машину. Чтоб не уехали. Ебать. Нихуя. Почему меня назад повернул? Сейчас кто-то за нами поедет? А, не, все взорвалось. Это чтобы я взрыв увидел, да? Черное золото. Победа! Получилось! Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойта за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойта. Подожди, следующее задание финальнее? Серьезно? Добери... Игра в темную. Доберитесь до коротка Хойта. Серьезно? Следующее задание последнее. Блин, где оно? Вот. Городок. А так и называется городок. То есть тут везде. А, управление мостами, ферма упрямого кида.
Вот, блядь, тут везде нормально называется, но только вот, конечно, управление мостами это тоже. Ну, блядь, городок. Городок называется городок. Логика. Лентейский мост. Ну ладно, мне еще надо вот эти вот пополнять. И радиовышки ебануть. Грустноватенько, что все. Финальное задание, серьезно? Почему Far Cry 3, как я попал на остров Хойта, так быстро закончился? Я думаю, игра подлиннее будет. Я как и говорил когда-то еще, по-моему, когда вас убивал, я думал то, что игра там до серии 40 будет. И мне казалось в детстве, когда я проходил ее, что она действительно на серии 40. Мне бы вот этот вот мастер физподготовки ебануть. Что там, лечебные снадобья нужны, да, 10 штук. А что нужно для лечебных снадобий? Вот медицинские препараты. Зеленые листы просто ебануть. Давай собираю что. Сейчас вышку открой себе, и будет видно, где зеленые растения. А есть ли вообще на этом острове зеленые растения? Или они определенно только на острове Васа? Да блять, я не могу перелезть. Какой я быстрый стал, ебать. Так, вон вышка. Давай я, короче, вот здесь по возвышенности побегу. Блять. Пальмы. Кто там едет? Опа. Наемники. Давай я, может, ебану их. Им похуй? Им абсолютно насрать. А, ну трава загорелась. У них прям за ними, просто метрах, наверное, 5, взорвалась какая-то граната, которая могла спокойно взорвать машину. Им насрать. Дальше едут, блядь. Ну нас не коснулся, и похуй, все, хули. Так, что тут есть? Какие-нибудь? О, да. Контейнеры. И бабосики еще лежат. Ты, блядь. Я не хочу умирать. Давай я помогу этим людям. Надо бежать. Никого он не смог убить. Надо поговорить. А что поговорить? Давай. А, тут даже такая механика есть. Серьезно, я что-то даже. Я помню только с починкой. Я помню в Far Cry 6, там тоже вот такое спасение было, и в 5 вроде. Ну что, в третьей такой хуйне был, я что-то не, блядь, удивлен. Блядь, пиздата. Зато не зря игру исследую. Ну ой, механики, все дела. Что, эй, уже мне бабки уже отдали, или еще хотите накинуть мне ловышки? Так, сюда. Дальше сюда. Что она готовит? И, кстати, да, походу, если вот задание у меня в Dying Light The Falling с Дарико Мори, вот и продолжение этого задания какое-то, я не помню, как называется. Если оно затянется, там хотя бы на пару серий, то все получается, скорее всего, у меня Far Cry 3 займет меньше серий, чем Dying Light The Falling. Ну, может, я это, когда он посты буду насобирать в Far Cry 3, ему с помощью этого больше насобираю серий. Блять, что мне тут делать-то надо? Я не понимаю. Ну, вот забирайся сюда, а дальше куда? Тут забор, все дела. А, бля, ебать я слепой. Так. Так, дальше сюда можно. Вот и все, сейчас вышка, все. Так, контейнер, естественно, он всегда здесь. Очередная
вышка. Их немного осталось. А он постов тоже не больно много. Какие-то дома. Еще какие-то два дома. Пещера. Даже какая-то шахта, скорее всего. Хотя вряд ли шахта. Но пещера. У меня еще рядом. О, это предпоследняя радиовышка была. Осталось всего одна. И, кстати, что там такое за... Что за здание? Тот самый городок? Бля, ну, походу, в натуре это тот самый городок. Ну да, слушай, он не маленький. Так почему так размывает? Хотя, наверное, в реальной жизни бы размывало. Ладно. Подо мной там аванпост, да? Который... который я не занял, да? А? Все верно, абсолютно. Давай я вот так вот прискочу. Здесь костюм крыло. Вот так вот под углом полечу. Бам, парашютик. Блять, по-моему, я слетаю с этой скалы. Я хотел бы на скале быть. Давай, обратно на скалу. Блять, я соскользнул. Больно, блять. Я же соскальзываю. Так, ладно, погнали. С кого начать? Вам, с тебя. Кстати, да, новая мышка. Колесико теперь рабочее. Можете позрать меня в комментариях. Где еще я не вижу? Где люди? Хуина были. На, снайпер, блядь. Они теперь вообще внимания не обращают, ведь у меня глушитель. Они только максимум трупы увидят и все. О! Ну это хуйня. А мне до сих пор так и ни одной зеленой травинки нет. Давай вот это что. Где еще люди, хуина, блюди? Вон там, блядь. Давай, в пяточку нахуй, на, отстрелил. Почему я никого не вижу? Так, ладно, я прыгаю. А, вон двое. Давай я их, может, прострелю, а? Тут есть прострел хоть какой-нибудь? Я знаю, что в Far Cry 3 мне очень спасли... Блядь, меня спалили. Ну вот это я, короче, зря, получается, спустился. Они даже подкрепление вынули. Я хотел бы побольше опыта получить. Экспишки, пышки. Убейте меня. Ебани еще пару ракет, заебал. Давай. Давай, давай. Ебашь ракеты. Ты куда нахуй целишься, блядь? Ты даже вообще не в меня целился. Почему она в меня полетела? Что это, блядь, было? Что с игрой не так, скажите мне. Пиздец, ну отсюда, конечно, до туда добираться это я ебал. Хотя все равно, наверное, возможно. Так, подожди-ка. Всех убило? Как машину выжил? Их чисто волны что-то загрыло. Меня заебывает Far Cry 3, это оптимизация, то что там вдали все время текстуры какие-то конченые. Так, подожди. А, сука, стоять. Назад. Во. Как непривычно пользоваться колесиком после того, когда столько лет у тебя его нормального не было. Блядь! Бля, стой, 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 стой. Все, спокойно. По головам чисто. Новый уровень. Взял почку, отстрелил там или куда я попал. О, сука. Кто палит? Кто палит, сука? Кто такой? Бля. Прострел, что ли, все равно убил? Так, я знаю, где еще оставшийся, только. А, фух, я забрался.
А то я так стоял на скале, прикинь, вот как я вжимался ногами в пол. Что там устоять? Вон они. На ножичку отстрелил. Где еще один? Кто там стреляет еще на фоне? А, вот и все. Это мой аванпост. Ну точнее наш, ведь я с ракет. Так, ладно. Бля! И уебался об землю, просто. Охуенно. Shift у меня не сработал. Зато у меня все засчитали, экспишку тоже должны были. Так, патрончики для снайперки, одну из-за этого. Для... Я сказал для этого. Так, что тут у меня? Карта памяти. Блин, ценогенные грибы, 250 баксов, все. Я даже окупил свои затраты на патроны. А, тут еще и сундучок. Ладно, давай еще и это продам, бля. Охуенно. Да, растягиваю хронометраж, получается. Не специально. Так, дальше давай куда-нибудь я отпехнусь. Мне нужна вышка и аванпосты. Ахуй мне. Придется ехать. Давай, на вышку. Аванпосты я, возможно, даже либо в следующей, либо сразу в финальной серии доделаю. А сейчас хотя бы там пару штучек нахуярю, чтобы... Ну, чтобы было. По мне кому-то интересно эти смотреть, как я освобождаю аванпосты, вышки все делаю. Есть же люди, которые не только сюжетом интересуются в этой игре. Есть же люди, которые прям проникаются играми, кайфуют, наслаждаются играми. Блять, как-то я очень, знаешь, неаккуратно еду. Блять, а там аванпост стоит? А там аванпост, а то я бы сразу его бы занял, потом бы лучше на вышку бы, наверное. Нет, не аванпост. Ладно, значит, давай к вышке. Что я там, блять, такой звук, как будто... Мне звук баганул. О! Наемник какой-то. Блять, я вот пиратов аса так много убивал. Ну и наемник какой-то тоже немало. Он поменьше будет. А сколько зомби я там в Детайланде убивал? А в Дэн Лайте ебанулся можно. Он мне просто под колеса прыгнул, в итоге я еще виноват оказался. Такой мне в GTA San Andreas был. Я просто проезжаю вот по на бывало такое, потому что я просто еду по своей дороге, по автомобильной. А и она, допустим, рядом с тротуаром. У NPC какого-то срабатывает вот эта вот фигня, то что они отпрыгивают от машины. Только бывает, оно неправильно срабатывает, и они наоборот в машину прыгают. Я просто проезжаю по своей дороге нормально, рядом с тротуаром. И эти инвалиды как прыгают на меня, а там еще полицейские проходят. И мне одну звезду накидывают. Вот кайфово было. Кто играл там, смотрел, поймет. Блять, и как начинать? Заход на эту вышку. Финальную причем. Не, ну а собственно, а как? Тут типа специально реально от этой машины? Да ну нахуй, неужели?
Я помню, такой только в Watch Dogs делал, ну что, в Far Cry 3. Да, не сюда все-таки. А в Дэнвайте бы помогло. А, слушай, есть идейка. Да, что если вот тут здесь по канальчику? А тут есть что-нибудь еще внутри? Не, нихуя. Ну, контейнер тот же самый, где там бабки, какой-то прикольчик, который продать можно. Да, я вот и правильно, кстати, говорю, то, что я не помню, а чтобы в Far Cry 3 можно было от машины забираться, на, допустим, на ту же самую лестницу, которую я снизу пробовал. А действительно, такой механики, походу, и нету. Но тут, походу, можно залазить только вот, вот в такие места, где тут какой-то канат, что ли. Намотан. Почему только сюда? Блять. Почему здесь механика паркура такая не очень, блин? Там броник даже лежит. А, вот хуй мне, я не броник. Так, последняя вышка вообще в игре. Но не в серии игр и не вообще у Ubisoft'а. Они так любят эти вышечки, аванпосты, они прям кайфуют, это добавляют в каждую игру. Ну или почти в каждую. Не уверен, что в Far Cry Primal есть там эти аванпосты, вышки. Хотя... Не играл, не могу сказать, правда, точно. Что это за места постоянно показывают, блядь, какие-то? Почему здесь кладбище из двух могил? Или это просто два каких-то особенных человека там? О, какая-то пушка на халяву мне. Бушмен. Это то самое оружие, которым пользуются эти наемники. Так, рекруты. Серьезно, только от последней аванпоста я получил это оружие, вы чё, рофлите? А эксклюзивные оружия, они как получаются? Там вместе, что ли, надо, и аванпосты, и эти, и вышки? Чтобы все было заполнено на фул. Блять. Все, пизда. Разъеби меня. Выеби меня. А, ну вот. Блять, надо было просто ему в головку нежно прописать и закончить на этом. Ну, закончить на начало. Как бы начать. Закончить начало. И начать вообще захват аванпоста. Так бы никто не палил. А так он ему пробили плечо, и он начал шуметь. Сука, больно! Кого бы ёбнуть, чтобы особо не палили? Снайпера? Снайперку. Бам, нахуй. У него аж искры из шлема пошли. Так, ты. Да, блядь, опять я... Да вы издеваетесь, нахуй, надо мной. А, блядь. Просто, нахуй, на рыбку об землю. Ну это бред, нахуй. Серьезно, и мне теперь еще Блять, я бы, наверное, мог и пролететь на этом, на... Немножко на крыле. Они сразу херачат парашютные. Я бы не уверен, что я бы так вовремя успел бы нажать там, чтобы выжить. Так, ладно, не тебя. Давай, он снайпера. Вам минус снайпер. Вам, наконец-то я его убил. Снайпер спалили то, что он сдох. Сейчас всем, что ли, сообщит об этом? Меня спалили, блядь.
Бам. 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 Будем на месте через 30 секунд. Блять, промахнулся. Блять, ты сейчас достреляешься, я просто на тебя спрыгну нахуй. У меня тут есть такой навык. Ай, блять, все, я не спрыгну. Пиздец. Так, стоять спокойно нахуй. Двоих. Ебать! Вертолет! Ёбнуться можно! Даже два! Я попал, блядь! По вертолету! Вот это экшончику навалили под конец! Слон постом! Блядь, да я не попадаю! Что делать-то мне? Мне пиздец! Я сдох! Было бы прикольно, если бы я попал по вертолету. Я еще под гранату подставился, зараза. О, да, я могу, могу. Нихуёвенько я так лечу, слушай, на крыле-то. Все, я взлетел. Так, тебя... Мало кто запалит, да? Бам. Давай я, короче, положу вон того, кто стоит с краю. Снайпера. А после вот этого жирного. А чё, ух ты. Бам. Без башки. Ты тоже. Всё. Кто еще остался? Что здесь, блядь? Что со ступенькой? Одни только трупы я вижу. Кто еще остался-то, блядь, кто жив? Кто жив-то, нахуй? Ты, блядь, слепой, у тебя труп прям перед глазами лежит вроде. Не видно, что ли, тебе? И еще ты, на. Он тоже стоял такой, окруженный трупами, и ничего не видел, блядь, глаза дубится. Я, кстати, знаю то, что в реальной жизни это даже выстрел с глушителя слышно. Не, выстрел даже с глушителя слышно. Так будет поправильнее. А что там за особенный такой сундучок? Как туда попасть? Заткнись. Заткнись нахуй. Надо, наверное, на эту хуйню забраться, чтобы туда попасть. Мы заняли аванпост, но работа еще не закончена. Тут проверка с подъявлением. Мы? Снова. Это я один сделал, блядь. Я хуёв. Работа не закончена. Если выполнишь задание с доски объявлений, это... Блядь, а как мне туда теперь забраться-то опять? Здесь нельзя здесь идти. Скалы. Ну же, давай. Что давай тебе, блядь? Я не давай, я сувай. Сказал однажды мне друг. Ну не мне. Блядь, какой у них... самомнение охуенное. Чем особо отличается это от других каких-то трубов? То, что здесь... Ой, ящиков, контейнеров. То, что здесь бабок больше дает. Ебать, выгони. Вообще прикольно было залутать. Тут где-то вроде еще один снайпер был. Блять, я сейчас... Серьезно? Я хотел в аванпост зайти и закупиться. Ебать, я сейчас ошибочку сделаю. Долго за тут бежать-то буду.
А как, блядь? Как зайти мне? Как умереть? И сюда залезть-то я не смогу на эту штуку. Мне серьезно обходить придется, блядь. А, ну недолго. Ты чё с автоматом? Так, давай. Бам, контейнер сюда. Аптечка. Так, давай боеприпасы купить. За 80 баксов купил. Это продать продал. Все. Я дохуя миллиардер. Ебать темноватенько. Так, сколько там осталось вообще постов? Вышек больше нет. У меня исследовано вообще, у меня открыто вообще все. Кстати, да, скоро у меня останутся только эти дополнительные задания. А нахуй они мне нужны? Вот эти вот задачи тоже, которые как восклицательный знак, они тоже ни хрена не интересны. Единственное, что останется, это вот это вот чекнуть. Потому что тут на вот как раз на том острове какие-то прикольные появились иконочки заданий. И мартышкин труд я уже вроде выполнял. Хоть иконочки и интересные, но если там будет хуйня, то хуёво. Но заценить хотя бы одно задание стоит, как по мне. Надеюсь, там в следующей, может, в финальной серии я это сделаю. Но вот такие задания прям на фул выполнять, я не думаю, что я буду это делать. Это не слишком тоже интересно. Так, осталось раз, два, три, четыре, пять. Пять аванпостов. И у меня открыто вообще все, потому что я все вышки ебанул. Что ж, я, пожалуй, на этом закончу. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, нажимать на колокольчик, все уведомления и рекомендовать друзьям. Там можете репостнуть кому-нибудь, еще что-нибудь рассказывать. Помогите мне добраться до 500 подписчиков, ну и само собой выше, там, слетать. У меня есть дискорд-сервер, он по ссылке в описании. Вообще, чекайте ссылки в описании, там много что интересного порой бывает. Я, может, что-то даже добавлять в будущем буду туда новенько. И всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.